Эту собаку надо поместить в приют по новому закону, сделать операцию, стерилизацию, вакцинировать, да, бирковать и выпускать. Вы поймите, что безнадзорных животных на территории муниципалитетов, на улицах, просто не должно быть. Более того, ну, вообще-то и закон нельзя было принимать, вот если уж прямо вот встать, вот, что называется, нормы и дух регламента, его неправильно было принимать, не, значит, имея подзаконных актов. Но ситуация была такая, что слишком много лоббистов было против принятия этого закона. И если бы мы тогда допустили слабость, бы допустили бы промедление какое-то, а были горячие головы, которые предлагали еще на год отложить принятие этого закона. То есть 8 лет его рассматривала Госдума, еще давайте отложим на год. Были такие люди, мы их помним. Мы бы тогда вообще бы его никогда не приняли. Да потому что эти собаки, которые бегают в Улан-Удэ, которые бегают в Якутске, они не должны там бегать, они должны находиться в приютах. Я хочу подчеркнуть, что система ОСВВ, отлов, стерилизация, вакцинация, возвращение в среду, это не означает того, что собаку надо или там кошку поймать на улице, привести в приют и на следующий день ее выкинуть оттуда, обратно на улицу. Есть определенные горячие головы, которые вот пытаются ее представить как отлов и выпуск животных в прежнюю среду обитания. Нет, это не так. Животное, помещенное в приют, прежде всего должно быть стерилизовано, чтобы не было потомства, и вакцинировано. После этого вот эти агрессивные животные, которые могут сбиваться в стаи, которые могут нападать, им вообще нечего делать на улицах. Им должно быть обеспечено дожитие в этом приюте, где они должны закончить, достойно закончить свои дни. То есть, смотрите, траектории для животного. Быть пристроенными в семью, быть переданным волонтером, обеспечить дожитие в муниципальном этом приюте. Ну, для тех, кому это дожитие надо обеспечить. И только в том случае, если животное социальное, если оно не является стайным, если оно не проявляет агрессивности, оно может по решению ветеринара быть возвращено в естественную среду обитания. Разберем, какие виды, да, агрессии бывают, ну, причины агрессии. Ну вот пищевая агрессия. Фактически у всех животных заложена эта агрессия. И следующая агрессия, ну самая распространенная, материнская агрессия называется. А вот как раз если выпускают стерилизованных собак, уже этой агрессии материнской не будет, потому что она больше мамы не станет. Следующий вид агрессия – это доминантная агрессия. То есть агрессия бывает связана со страхом. Ну, всем известная, самая распространенная – это половая агрессия. Еще один из видов агрессии – это территориальная агрессия. Ну, следующая агрессия – это агрессия охотников и бойцов. И самая такая, один из самых страшных агрессий – это селекционная агрессия. Селекционная агрессия. Ответьте на главный вопрос, мне пишут, почему выпуск собаки на улицу на холод и голод – это гуманное отношение к животным. А с чего вы взяли, что это гуманное отношение
к животным. Это негуманно, не надо собак обрекать на голод и холод. Их надо содержать в приюте, их надо обогревать, их надо кормить. Это нормально. Им